Коллеги, рядом со мной Иван Павлов, компания Telfin. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Давайте немножко поговорим о компании. Чем вы занимаетесь? Мы занимаемся IP-телефонией для бизнеса. То есть это связь, которая включает в себя виртуальную АТС и городские номера, мобильные, 8800, различные интеграции с CRM-системами, клиентскими базами данных, ну и разные плюшки для контакт-центров, чтобы ловчее обрабатывать звонки, не пропускать вызовы, не терять клиентов, в общем. То есть все, что такое вот очень важно для бизнеса. Замечательно. Расскажите, с какого года вы уже работаете? Компания работает с 2003 года на рынке IP-телефонии, и с 2013 года она предоставляет облачную АТС. Не так давно, относительно, скажем так, компании ее возраста, мы выпустили свой продукт, свою платформу виртуальной АТС. Это было в 2018 году. То есть сейчас мы полностью российский разработчик и предоставляем облачную АТС своей разработке и с ней делаем различные интеграции. Получается, полностью наш русский продукт. Все правильно, импортозамещение. Наше замечательное, великолепное слово, которое мы любим, холим, лелеем уже много лет. Расскажите, пожалуйста, о плюсах, о, может быть, есть какие-то основные ключевые моменты, которые сделают клиента вашего выбор в пользу вас. Смотрите, Сергей, я говорю всегда такую фразу. Мы не настолько большие, чтобы нам было все равно на клиента. То есть мы достаточно гибкие, мы подходим к каждому клиенту с душой, так с фантазией, вот, помогаем ему, да. И с другой стороны, мы достаточно крупная компания, чтобы обеспечить должное качество связи и высокий уровень сервиса. Поэтому в целом мы, вот, если у вас интернет дома плохой от Ростелекома, и вы подключаетесь к какому-нибудь небольшому провайдеру, да, местному, который работает на 2-3 района, вы ощущаете, что совсем другой к вам подход, там более живые люди отвечают, как-то более лояльно, что ли, к вам относятся. То есть, ну, в принципе, мы вот такого уровня компания, и смотри, я вижу, что у вас неплохой пиджак. Вы же прекрасно понимаете, что, да, если вы хотите купить что-то себе простое, то вы идете в магазин. Если вы хотите что-нибудь уникальное для себя, вы идете в ателье и шьете на заказ. Вот мы, собственно, такой небольшой бутик, который может со своей платформой сделать различные интеграции, что-то доработать, написать под клиента и сделать то, что не может сделать крупная компания для него просто в силу своих неповоротливых бизнес-процессов и заскриптованности. То есть для вас очень крупный оператор никогда не сделает какую-нибудь небольшую доработку, ну, либо сделает очень дорого, то есть она столько не стоит. Мы же здесь, соответственно, нацелены на то, чтобы удовлетворить любой спрос клиента и помочь ему пользоваться IP-телефонией так, как он хочет. Получается, есть какой-то спрос у ваших, например, конкурентов, да, есть там 4 пакета, условно говоря, да, и при этом доработать какую-то маленькую фичу, которая просто необходима, они это делать не будут, либо стоит это неподъемных денег, при этом вы полностью можете выполнить все пожелания клиента, и при этом это будет стоить не так дорого, при этом вы еще будете улыбаться и останетесь друзьями. Сергей, прямо в точку. Можно здесь вас работать в нашу компанию. Я и стараюсь. Спасибо большое. Ну и до встречи тогда на моей новой должности. Спасибо большое. Да, Сергей. Удачного дня вам.